Анжела всегда считала вампиров созданиями утонченными. Ведь именно так их изображали в книгах, что она читала, или в фильмах, которые смотрела давным-давно. Во всех произведениях вампиры представали аристократами с изысканными манерами и кошачьей грацией. Элегантные и прекрасные создания, даже способные на глубокие чувства. При жизни Анжела любила романтические фильмы. Чего только стоит красивейшая история любви графа Дракулы и Мины Харкер, которых свела, казалось, сама судьба. Порой она предавалась мечтам и воображала, как ее похищает какой-нибудь благородный вампир, непременно приятной наружности. Он увозит ее далеко-далеко в свой старинный мрачный замок. А замок тот полон загадок и страшных бесчеловечных тайн. Стоит он на утесе много-много веков, и не было еще на свете смельчака, который нашел бы в себе отвагу приблизиться к его железным воротам. А там, внутри, за бесконечными дверями, запертыми на тяжелые засовы, в освещенном мерцанием свечей бальном зале, воздыхатель кружит Анжелу в умопомрачительном вальсе. Но Анжела представить себе не могла, что на самом деле ощущают вампиры, пока не стала одной из них. После обращения все ее романтические представления о вампирах рухнули, как карточный домик, превратились в руины, точно их старинные замки. Солнечный свет не давал ей покоя. Даже когда лучи не проникали в комнату сквозь плотно задернутые шторы, Анжела все равно не находила себе места, поскольку знала, солнце там, за окном. Оно только и ждет подходящего момента, чтобы сжечь ее дотла. Кожа Анжелы все время была холодной. Глаза покраснели и светились в темноте. Слух обострился до предела. Она улавливала каждый шорох, каждый звук, будь то порхание птицы, скрип половиц или писк мышей где-то в подвале. Но самым страшным было чувство голода, которое невозможно было обуздать. Ночами Анжела выходила на охоту. Но охотник из нее был так себе. Решиться кого-либо укусить она никак не могла. И вот однажды ночью, когда она уж было смирилась со своей судьбой, погибнуть от голода, Анжела вдруг услышала зов. Это было как наваждение, но в то же время голос успокаивал и был таким родным, материнским. Она появилась из ниоткуда. Спустилась с черного неба, усеянного звездами, как темный-темный ангел, несущий благостную тьму. Именно она стала наставником Анжелы, проводником в мир ночи и любящим учителем, а Анжела — ее прилежным учеником. Но однажды наставница сказала, что ей трудно выходить из своего убежища. Годы идут, и она теряет силы, отчего не может добраться до Винца, нагло ворвавшегося в ее дом. К тому же духи этого старого дома, похоже, взяли его под свою защиту. Поэтому именно она, Анжела, должна помочь найти брешь в этой защите и принести ей не только кровь Винца, но и саму его душу.
Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы», с вами Стас и Лёша. И мы продолжаем наш челлендж «Заброшенный дом». Мы вернулись к Винсу. У нас сейчас ночь, мы недавно проводили, кстати, стрим по этому челленджу. Поэтому, если вы не видели, самое время посмотреть, потому что там, кстати, у нас были некоторые изменения. Вот, а сейчас у нас ночь, воскресенье, ну, практически ночь, 10 часов. Да. У нас 10 часов, я подключился, я немножко завис, начал смотреть на Винса и задумался о его рубашке, о его неформальном стиле. Он же у нас обычно такой весь с иголочки, с ниточки одет, а тут такой достаточно неформальный вид, и я как-то подзавис. Ну, лето, первый день лета. Лето наступило, поэтому... Да. Ребята, мы специально поставили на паузу, потому что... Внимание, смотрим. Вот она пришла. Она уже стоит. Наступила ночь, и Анжела, ну, как самая прилежная ученица, как и было сказано в катсценке в самом начале, она сразу же уже пришла сюда. Смотрите-ка. Оп, постучала. О, какая красивая, ты посмотри. И вежливая. Вот они, горящие глаза, о которых тоже, кстати, было сказано. Ну что, нам надо ее поприветствовать тогда. Ну вот, например, душевно с ней поговорить. То есть с ней ее уже можно не приветствовать. Она сама уже без спроса вошла сюда. Ну а что, Анжеле нужно тоже выполнять свою цель, которую перед ней поставила леди Агнесса, встретив ее в мрачном Forgotten Hollow. Поэтому мы сейчас возьмем управление Анжелы на себя. Она ненадолго к нам переехала внезапно. Ну, как и в прошлый раз, когда она просто решила к нам переселиться и тут хозяйничала. У Винса жизнь полная испытаний, поэтому этих испытаний мы поэтому сейчас ему еще побольше добавим. Ну, чтобы все-таки жизнь ему медом не казалась. А то он подумал, что все в принципе в порядке. Дом он расчищать уже начал. Комната практически расчищена. Вот вы посмотрите. Ну, Винс, как настоящий друг, идет приветствовать Анжелу. Наконец-то ты пришла, говорит Винс. Ну, у Анжелы свои планы на этот счет. Все-таки сделаем это. Может, персонажу... Говорите мне комплименты. Может, персонажу по имени Анжела нравятся комплименты? Конечно, нравятся. Да. Даже несмотря на то, что она сейчас вот в таком вот образе у нас и облике. Ну а что, ей надо сделать комплимент по поводу ее облика и образа. Сказать: Анжела, у тебя такие горящие глаза, у тебя такая мертвенно-бледная. Да. Напутал, все наоборот. Мне кажется, ей такие комплименты польстят. Смотри, сейчас она будет пить кровь у Винса у нашего. Ну как мы сказали, чтобы Винсу жизнь медом не казалась. Да, а то он в последнее время расслабился, честно говоря. Как-то дела пошли слишком хорошо, да. Кухню расчистил. Гидри, кстати, не одобряет это. Видишь, у него сразу испортились отношения с Анжелой. Ну, конечно, как леди Агнесса и сказала, что духи, поселившиеся в этом доме, скорее всего, встали на защиту Винса. Интересно, а у призраков нельзя пить кровь? Да у них же и нет ее. Ну, мало ли вампир может что-нибудь такое сделать. Сейчас посмотрим. Наверное, все-таки нет, да? Нет, не выходит действие вампира. Кстати, ребята, пока Винс у нас упал и лежит, мы хотим вам показать. Продемонстрируем. Вот что. О, божечки. Мы немножко обустроили кухню, которую расчистили как раз-таки на стриме. И мебель мы использовали ту самую, которая на кухне стояла. Правда, мы поменяли цвет ее. Плита все вот, так же у нас вот, искрит. Вот, я поэтому и сказал, о божечки, да. Она у меня вызывает какие-то панические настроения. Раковина не работает, свет опять погас. Мне страшно к ней. А может, Гидри ее починит? Молодец, какой Гидри. Да, пусть чинит. В общем, кухня у нас... Вот за Гидри я не переживаю, что с ним что-то произойдет. Он и так призрак, поэтому да, что с ним может не произойти? Случится. Да. А вот если он нам починит... Может, он раковину нам починит? В общем, кухня у нас выглядит теперь так. Более-менее облагорожена. Ну, правда, пыли, конечно, много. Но этим Винс займется с самого утра. Вот, как только он проснется. Но стало получше на кухне. Мне кажется, так это поприличней. Анжелу пора отправлять домой. Давай, Винс, уже вставай.
Правда, теперь у него будет жуткий дискомфорт аж на 2 дня, потому что его недавно покусали. И поэтому, разозлившись, Винс отправляет Анжелу домой. А потом пойдет спать. О, кто-то еще прилетел. Там еще какой-то призрак. Все, Винс, пора спать, время час ночи. Посмотри, как свет тут просто, что происходит. Зато крыс тут нет. В этой комнате, да. У Винса наступило утро. С добрым утром, Винс. Сейчас он сделает все свои дела и приступит к домашним заботам. День у него сегодня распланирован полностью. Мы воспользовались советом, который нам написали в комментариях под нашим стримом, про то, что пылесос можно заменить метлой. Поставить специальный мод и заменить таким образом пылесос в игре метлой. Мне кажется, это очень хорошая идея. Мы так и сделали, тем более в антураж нашего челленджа и этого дома как-то метла вполне вписывается. Да. Да. Вот посмотрим, сможет ли Винс с таким настроением подмести здесь. И если у него получится избавиться от пыли в этом доме, это будет вообще шикарно. А сколько же тут надо подметать, чтобы избавиться от пыли в доме? Да тут бесконечное число дней и ночей надо подметать, чтобы избавиться от пыли. Ситуация здесь, конечно, запущена, причем очень-очень сильно. Ситуация сос. Но надеюсь, что Винс все-таки справится. Посмотри, какой он грустный, как он это грустно делает. Я его понимаю. Винс, я тебя понимаю, я морально с тобой. В общем, весь день Винс потратил на уборку. Посмотрите, что у него теперь с потребностями стало. Но зато он убрался на каждом этаже. И теперь все этажи у него чистые. Нету пыльных кроликов или, как их там, клубков пыли. Поэтому пожаров быть в доме больше не должно. Но что хочется сказать? Волшебство, не иначе. Представляете, такой огромный дом, 3 этажа, убрать. Управиться, в принципе, до вечера. Я бы на месте Винса прокрастинировал пару недель, а то и пару лет. Да он и так здесь уже прожил очень долгое время, прежде чем он смог приступить хотя бы к уборке этого дома. Прежде чем подмести. Но зато теперь дышится легко, а значит и мысли будут чище и как-то содержательней. Думаю, жизнь наладится. В общем, весь день Винс занимался только этим, но зато посмотрите, пол сияет. Более того, пыль, она же сокращает продолжительность жизни. Легкие забиваются, все вот иммунитет падает. А теперь Винс у нас будет огурчиком-молодчиком и долгие годы счастливые. Ну, почти огурчиком-молодчиком. Не выдержал он такой продолжительной уборки. Но, в принципе, умаялся, да, но потрудился на славу. Надо быстро сходить в душ и ложиться спать. Но перед тем, как лечь спать, Винс решил немного еще почитать. Во время уборки он обнаружил еще одну часть этого жуткого дневника. Что может быть лучше, чем чтиво легкое перед сном? Поэтому давай почитаем. Давай почитаем. Итак, дневник Элизы Уизерби, часть 6. Первый день осени 1890 года. Дождь лил всю ночь. Лето прошло безвозвратно, унеся с собой тепло, покой и всех моих подруг. Теперь здесь никого нет. Дом пуст, холоден и безжизнен, как чье-то околевшее тело. Тут только я, наедине с чудовищем. Я видела собственными глазами, как смертоносные клыки впивались в плоть, как когтистые лапы рвали одежду, как кошмарное существо, в которое превратилась леди Агнесса, выпивало жизнь из моих подруг. Они не сопротивлялись, не могли этого больше делать. Все время я прячусь за книжными шкафами в библиотеке. Здесь пыльно и много пауков, но они хотя бы живы, в отличие от леди Агнессы. Я слышу, как она рыщет по коридорам ночами. Каким-то образом она чует меня, прислушивается к шорохам и звукам старого дома, и тогда я перестаю дышать. Не знаю, сколько я еще протяну. Третья ночь осени 1890 года.
Я спала, подложив толстенный том анатомических исследований под голову, когда меня позвал голос. Звучал он глухо, словно с того света. Открыв глаза, я увидела перед собой призрачный дух Темперанции. «Пора», — сказала она. Я очень удивилась. Темперанция обычно появлялась ночью, когда грань между мирами была особенно тонка. Я поняла, что настал тот самый миг. Миг, когда я должна расправиться с чудищем. Несмотря на свое подавленное состояние, я была готова к этому. Внутри вдруг все закипело. Но среди бурлящих воинственных чувств было еще одно. Жгучее, точно крапива. Это был страх. Да, я боялась, что со мной случится то же самое, что и с другими. Что я стану очередной жертвой демона, который выпьет мою жизнь, чтобы восполнить свои силы. Я взяла деревянный кол и в сопровождении Темперанции отправилась в покой леди Агнессы. К моему удивлению, дверь была не заперта. Спальня погрузилась во мрак, словно в черную воду. Окна были занавешены и не пропускали дневной свет. А там, в ворохе одеял, что-то двигалось. Глаза немного привыкли к темноте. На трясущихся ногах я подошла ближе и... О, святые угодники! То, что когда-то было леди Агнессы, исчезло, преобразилось. Я увидела раскинутые в разные стороны отвратительные перепончатые крылья, страшную разъявленную пасть, полную острых зубов. Два горящих ненавистью глаза вперились в меня. От бессилия я выронила кол, который намеревалась забить в грудь демона когда-то в прошлой жизни. Паника перехватила горло, и я побежала. Я струсила и ненавижу себя за это. Именно я подвела моих умерших подруг, чьи души теперь никогда не обретут покоя. Ноги несли меня вперед, вниз по лестнице, бегом через холл, нырок на улицу, еще один рывок. И вот я уже бегу по дороге, а позади из дома доносится страшный рык. Сама не понимая почему, я прибежала на кладбище. И недалеко от старинной скульптуры увидела ступени, ведущие вниз, в темноту склепа. Мне хотелось лишь одного – укрыться в каком-нибудь темном, неприметном месте, где меня никто не найдет. Этим местом стала заброшенная гробница. И пусть я пишу эти строки среди гробов и урн с прахом давно почивших людей, а мой огарок свечи уже еле тлеет, я знаю одно – утром на рассвете я сбегу. Да, я сбегу. И это окончание дневника. О, а что ж, достаточно оптимистичный настрой. Она сбежит. Ну и, скорее всего, это окончание истории, поэтому мы пока не знаем, что произошло с девочкой, с Элизой Уизерби. Сбежала ли она действительно от леди Агнессы? Ну, тут, собственно говоря, две ситуации. Либо она сбежала, либо чудище ее настигло посреди могилы урн. Ну, представляешь, ведь если она, чудище, пришло на кладбище, то там свободное пространство, а в гробнице-то это замкнутые стены, и ей уже бежать некуда, ее просто съели. Ну, будем надеяться, что она сбежала. Но можем сказать, что Винсу надо будет с этим разобраться и выяснить все-таки, что же случилось с этой девочкой. Итак, Винс просыпается, это утро вторника, 10 часов уже, проспал он долго, и на него сразу нападает стая пчел. Вот не успел он проснуться, но лето же наступило. Ну все, теперь его еще и пчелы покусали. Отлично. Вот это доброе утро. А я только был хотел сказать, что утро действительно доброе, потому что дышится легко, а еще ночью у нас закоротил холодильник, а Гидри... Мой любимчик теперь, отныне и во веки веков, все починил холодильник, да, и теперь я не буду испытывать стресс по поводу того, что Винсу придется как-то возиться с этим холодильником, и что он сам станет призраком. А, дышится легко, хорошо, поэтому... Ну, осталось только протереть день. Тогда воду, которая... Из-под холодильника вылилось. А посмотри, какое желание у Винса. Он хочет купить себе аж обсерваторию. О, вот это, конечно, замашки, обсерваторию. А чем он у нас завтракает? Он завтракает томатным супом. Почему-то он делает это стоя. Винс, посмотри, какие у тебя... Завтракать супом? Приятные стулья стоят. Это нонсенс. Завтракать супом. Мне кажется, это очень странная затея. Между прочим, у нас уже... Зацвели розы, их можно продать и оплатить тогда счета, потому что нам уже пришло предупреждение. Да там 4 кустика, чё, мы разве оплатим... Вот 5-й, вот 6-й. 6 кустиков, разве мы оплатим такие огромные счета розами? Но
Есть способ. И мы, собственно говоря, будем сегодня день выстраивать, именно основываясь на этом лайфхаке. Да, на этот день у нас также есть планы. Мы решили воспользоваться советом, который нам написали в комментариях под нашим стримом. Мы поедем в Тортозу. Ловить драконий фрукт. Ловить рыбку, да. И главную рыбку мы хотим поймать, это драконий фрукт, потому что он намного выгодней, чем розы. Выращивать его значительно финансово как-то удачней. Ну да, написали, что он стоит дороже, чем розы, поэтому мы хотим все-таки его поймать. Его еще, по-моему, надо с кем-то совмещать. Как это да, называется? Да, да, да. Нам также на стриме культивировать, как это называется? На стриме сказали, что можно скрестить растения. Это львиный зев и клубнику. Клубника у нас поспела. Львиный зев у нас стоял на улице, но у него сезонность, когда он цветет, это осень и весна. Но поскольку сейчас лето. У нас же только лето началось. Да, у нас лето, поэтому он не цветет. Вот в комнату мы его поставили. Бестолковый. Львиный зев. Сейчас Винс помоет посуду. Почему-то нужно это сделать именно на третьем аж этаже. Но поскольку он подмел у себя везде просто. Теперь приятно, наверное, ходить просто по всему дому. Ну, почти везде. Звонит Катрина. Она предлагает пойти с ней на фестиваль Умникон. Ну, нет, Катрина, мы не идем, мы едем в Тортозу ловить фрукт. Поэтому дела у нас поважнее есть. Извини. Ты там иди развлекайся, а мы... Ну, кстати говоря, вон у нас досуг какой. У нас просто, мне кажется, минимальный досуг за все время, что было. Интересно, ловля рыбы поднимает досуг? Ну, вот досуг ему надо поднять. Можно, кстати, кого-нибудь позвать, чтобы... Чтобы поднять еще уровень общения, потому что уровень общения у Винса тоже падает. Чтобы, как говорится, веселее было. Так, переодеваться Винс пошел на первый этаж. Ну, это, в принципе, логично, потому что у него там комната его находится. Давай позовем с собой Эльфабу, потому что с ней выстраивать отношения тоже надо. Она же чародей. Да, нам же для выполнения какого-то задания там надо подружиться со всеми чародеями. Со старейшинами даже этих чародеев. Все, Винс, успокойся, не нужны тебе эти крысы. Давай скорее отправляйся. Слушай, уже у меня скоро нервов не хватит на этих крыс. Он прям не может с ними угомониться. Винс приехал на участок, который называется Вио Романса. Или Вио Романса, как-то так он называется. И здесь вроде как можно выловить этот самый драконий фрукт. Почему ты ругаешься на Винса? А давай на нее тоже наругаемся. Нет, с ней надо дружить. Она ругается на него, потому что она задира. Но Винс... Давай тогда начнем ей льстить. Винс, как истинный джентльмен, может перед ней тогда извиниться за то, что она на него наругалась. Или за то, что он сделал что-то не так. Поэтому она на него ругалась. А если с ней пошутить, у него начнет подниматься уровень досуга. Не хочет она с ним общаться, но, наверное, сама не в настроении. Хотя нет, посмотри, она достаточно счастливая. Вот, хоть немножко себе общения-то он поднимет. Ну а что, досуг-то что-то не поднимается зато. Надо рыбу половить. Пусть попробует сейчас пошутить еще. А что ты думаешь, от рыбы у него поднимется досуг? Ну, мне кажется, это такой какой-то процесс созидания, философии. Погружение в свои мысли. Ну и какой-то азарт тоже это. Конечно, ловить рыбу, это же... Нет. Что вот эта Эльфабия вообще... Какая-то она вредная. Ей не нравятся его шутки, но поскольку Винс все-таки шутил, себя он немножко порадовал. А ее нет, но досуг у него начал подниматься. Поэтому даже если ей не нравятся его шутки, он все равно будет шутить. Нравится или не нравится, а шутить мы будем. Вот так вот, Эльфабия. Итак, Винс поймал фрукт питая. Он и есть драконий фрукт. Мы выполнили то, что хотели. Вообще, я не ожидал. Я уже был готов к тому, что придется озвучить, что да,
А смотри-ка, получается. Винсу, наверное, не нравится рыбная ловля. Зато у него досуг, между прочим, вырос. Должна нравиться. Мало ли еще нам понадобится этот навык все-таки. Но по естественной нужде Винсу тоже нужно отправиться кое-куда. Но зато он поймал все-таки этот фрукт, и сейчас он приедет домой и будет его сажать. О, эх, это вот интересно, это да. Вообще. Ого. Вот это Винс у нас ездит. Ты видел, какие пируэты? Что-то немножко он взбесился, я бы сказал. Он просто в туалет сильно хочет. О, да, я вижу. Настолько, что он просто теряется в разных пространственных измерениях. Аж под мост провалился. Да. А помимо Питахая, Питахая. Питая. Ну, вообще-то правильно, Питахая. По-человечески-то, по-нашенскому. Но в любом случае, помимо Питая, Винс еще и поймал рыбы всякой, которую можно, в принципе, продать и заработать какую-то денежку. Посмотри, действительно, фрукт Питаи стоит 250 симолеонов. Розы, которые мы продаем из режима строительства, одна розочка стоит 144 симолеона. А если из режима строительства продавать фрукт Питаи, это сколько же он будет стоить тогда? Слушай, вот это правда. Очень хорошо. Все, Винс, поехали быстрее домой и просто срочно сажаем этот фрукт. Ну что, мы возвращаемся в наш чистый и уютный дом, в котором легко и приятно дышится. А, кстати, я и не обратил-то внимания, прям сперва, когда он закончил все-таки ловить рыбу, что у него действительно досуг. Ты посмотри, как повысился. Так я же тебе это и сказал. Все, Винс посадил Питаю. А как нам выяснить, когда она вообще поспеет? Осень, ну, сезонность. Ну, она осенью, конечно, растет. Но поскольку она находится дома, она должна расти здесь и цвести. А сейчас нам надо все-таки собрать весь урожай, который уже поспел, и в том числе розы здесь созрели. И посмотрим, сколько будет у Винса тогда денег. Я предлагаю избавиться от некоторых растений, потому что мы уже взяли себе... Нашли Питаю, драконий фрукт, он у нас будет цвести. Розы, в принципе, дают неплохой доход. Стрелице, смотри-ка, стоит 250... Одна веточка 255 миллионов? Да, именно так. Ого! И плюс ко всему у нас еще появился фрукт с иголками. А он стоит 240 миллионов через режим строительства. Супер! Поэтому давай-ка, наверное, шалфей продадим, он нам не нужен. Львиный зев тоже мы продаем. Вот здесь есть еще один кустик львиного зева. Ну, оставим зева. А нам же он нужен. А зачем он нам нужен? Это просто цветы. Мы же его хотели объединять с клубникой. Мы его хотели объединять с клубникой, чтобы получить нам драконий фрукт. Но драконий фрукт мы уже получили. А-а-а. Так что все. Вот оно что. Вот как все было задумано. Да. Мы, по-моему, об этом говорили вот... На прошлом дне Винса, когда он убирался и подметал, я, видимо, так порадовался чистоте в доме, что уже все забыл. А вот клубнику мы оставим. Пусть она цветет, пусть она также растет и плодоносит. И привносит в жизнь Винса такое сладкое и клубничное настроение. Да, Винс будет ее иногда есть. Будет ею питаться. Это кто? А это еще у нас, кто тут бегает по двору? А что пришел? Не трогай! А, он решил его посадить. Кто это вообще? Что тебе здесь нужно? А зачем он пришел посадить наш фрукт? Не знаю. Ну, посадил и посадил. Ладно, я думал, он его сейчас возьмет и съест. А посмотри у нас, зачем столько еще деревьев здесь стоит? Для красоты. Лимонные деревья, гранатовые. Для того, чтобы красиво было. Ну ладно, пусть стоят, пусть растут. Так, надо собрать еще чеснок. Он нам тоже пригодится для того, чтобы Анжелу излечить от проклятия вампиризма. И еще кровавый плод. И сейчас мы продадим все, что мы собрали. Слушай, а мне нравится. Гидри нам чинит холодильник, плиту. Вот этот парень пришел нам фрукт посадил. Да, все пытаются нам помочь. Недаром леди Агнеса бесится.
Ну что, продаем шалфей. У нас 10 штук, это 150 симолеонов. Стрелиция 24 штуки, это 6120 симолеонов. Мы сейчас просто расплатимся мгновенно с долгами. Фрукт с иголками, розы 18 штук. Слушай, садоводство – это очень прибыльное дело. У нас получилось 12 тысяч. Ну да, Винс может тогда оплатить счета. Эх, конечно, большой счет, сразу минус 4 тысячи, но все равно у нас деньги остаются. Так что очень неплохо. И мы сможем уже даже еще что-нибудь расчистить. Слушай, мы не только расчистить сможем, мы даже можем себе позволить какие-то излишества. Вот Винс у нас хотел обсерваторию. Сколько стоит обсерватория? Мы сейчас посмотрим. Можем себе купить обсерваторию и что там еще можно купить? Не знаю, аквапарк. А давай переработаем все, что у нас есть. И смотри, скульптура, которую Винс создал на столярном станке, называется «Деревянная катастрофа». Мне нравится название. Такое говорящее. Но единственное, Винс, наверное, деньги за это не получит. Хотя, мне кажется, в прошлый раз, когда он перерабатывал тоже какие-то предметы, ему заплатили. Ну, что-то там у него было. Я, правда, не помню, что. Но навряд ли он много денег получит за это. Вот ресурсы какие-то он получит в любом случае. Можно, кстати, потом будет еще купить одну штуковину, с помощью которой можно еще создавать мебель из этих переработанных штук. Он получил, смотри, 6 тысяч, плюс еще 1000 симолеонов. Вот это да, 7 тысяч плюсом. Отлично. Слушай, да это просто золотая жила. Садоводство и переработка мусора. Мы ж так вообще сейчас весь дом за ночь отгрохаем. Все фасады починим, все полы заменим. Мне, конечно, не терпится уже что-то начать еще расчищать. Это можно уже делать, ну, в зависимости от тех навыков, которые у Винса есть. Но что-то все-таки он может еще расчистить. Ну, хотя бы даже вот двор и сад. А я бы предпочел все-таки сейчас сосредоточиться на доме. Потому что сад, ну ладно, он пока у нас уголочек этот в нормальном состоянии, а вот какую-нибудь бы комнату, хотя бы вот входную группу, где лестница, вот там бы, может, я почистил. Но это мы сделаем уже в следующей серии. А на этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, друзья, что были с нами. Также спасибо. Оставайтесь на канале «Не без разницы». А еще подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Там мы делаем какие-то предварительные анонсы, общаемся, публикуем то, что не попадает в серии. Так что подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Ссылка находится в описании к этому видео. И вот здесь на экране тоже вот наше название Телеграм-канала. Так что присоединяйтесь, мы будем вас ждать. И до следующих видео. Всем пока. Пока.